я плещу тебя, ты позвони. Дружба эта круглосуточна, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. А наши женщины, хоть и красавицы, они упреками сведут с ума. Но уж детенок это не касается, нас консультировал старик Дюма. Жигово дружба это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, подевайся, приезжай. Не дай нам, Господи, пожить, друзья мои, без революции и без войны. И чтобы в жизни сколько ли не съявы, друг другу были мы всегда верны. Потому что ведь дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Потому что дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Тоже друг моего детства, выросли в одном дворе.
Дорогие друзья, естественно, хочу поблагодарить от всей души весь коллектив, все цеха, которые, правда, участвовали в этом великолепном действии. Дирекцию театра в лице директора, заслуженного артиста Республики Крым Александра Вишнёва. Александр Анатольевич, здесь. Я помашу рукой, иди сюда, пожалуйста. Только 24 года вместе на одной сцене и своей женой 25 лет протанцевали в балете. Саш, спасибо, дорогой. Александр Анатольевич Вишнёва, директор нашего театра. И, естественно, наше дорогое Министерство культуры, которое нам всяческую поддержку оказывает во всех наших начинаниях. В лице министра Арины Вадимовны Новосельской. Поаплодируем этим замечательным людям, которые заботятся о нас. Вы заметили, какой у нас ремонт происходит. Сейчас новые стеклянные перила будут. Вы через неделю в зал придете, не узнаете. Новый год будем встречать совершенно в новом красивом фойе. Друзья, погодите, друзья, есть еще одно поздравление. Что? Да, секундочку. Ребята, готовы? Готов, Максим? Да? А что ты? Ага, спасибо, да. Спасибо. Братья Запасные, мама дорогая. Сын, это ты? Спасибо, дорогой. Спасибо. Дорогие мои, наверное, всегда так хорошее быстро заканчивается, что-то вроде бы так лихо-лихо пролетело время незаметно. Я вас искренне благодарю за то, что вы приходите, вы не забываете нас. Поверьте, мы вас очень и очень любим. Вы наш самый-самый любимый зритель, который приходит к нам. Ждем вас всегда. Крымский академический, государственный академический музыкальный театр Республики Крым ждет вас всегда, а я всегда остаюсь искренне ваш. Спасибо, вся труппа. Ребята, огромное спасибо. Но вы моя первая учительница. Боже!